После победы русских в Чесменском сражении во время русско-турецкой войны было подписано соглашение, согласно которому Кикладские острова, завоеванные до этого турками, с 1770 по 1774 год переходили в управление российской державы. На Миконосе было основано консульство России, а консулом и управителем российской губернии на Кикладах был назначен Иван Войнович. Жители Миконоса радостно встречали русских. Пришло время русским снова пожаловать на Миконос, на этот раз в качестве туристов. Discovery Grace from Mykonos.